По мнению известного российского военного эксперта, никто не будет таскать каштаны из огня для команды Никола Воваевича. Как передает Ази Ас, российский военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко прокомментировал итоги саммита ОДКБ в Ереване. Итоги ереванского саммита ОДКБ для Пашиняна лучше всего характеризует фраза «большой облом». Говорю это без тени, без какой-либо иронии, как есть. Надо все-таки различать политическую болтовню, демагогию от реальных заявлений. Поэтому то, что Пашинян говорит, никого по большому счету не интересует. Он пусть хоть, так сказать, там танцы танцует, жарит шашлыки, делает какие-то заявления. Это все мероприятие одинакового ценностного подхода. Не более чем колебания воздуха. Всем нам нужен мир на Южном Кавказе. Для этого нашим коллегам в Армении надо просто открыть трехстороннее заявление и по пунктам его выполнять, а не заниматься непрерывной демагогией и провокациями. Устали все уже от этого. Никто не будет таскать каштаны из огня для команды Никола Воваевича. Ни Россия, ни ОДКБ. Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо.